Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я опять вернулся, это, конечно же, очередной выпуск мод-обзора. Сегодня у нас будет кое-что довольно-таки интересное. Operation Body Count. Я помню, что вроде бы как Operation Body Count уже обозревал, и что-то такого уровня. Было что-то вот подобное, но именно вот этого мода еще не было. Зацените это. Это полный перенос игры Operation Body Count, причем настоящий. Щит. Скажу сразу же, она довольно-таки сложная. И здесь надо постоянно глазеть в оба. Музыка хорошая, это скажу сразу же. Музыка по правде хорошая. Объект разрушаемый. Так, пока что меня даже не ранили. О! Вау! Ну и Mozilla. О, а теперь не Mozilla. Это не Mozilla, это не Mozilla. Жесть, сколько их там много, а? Скажу честно, этот мод очень даже драйвовый. Я только начал, и уже здесь просто целая куча всякого мессива. Вау. Серьезно, это только начало. Мне интересно, что будет дальше в таком случае. Это The Embassy Mission. Это только первый уровень в целом-то. Это только первый. Врагов 68. Я уверен, что нам хватит всяких там аптечек, всякого такого, для того, чтобы просто взять и выжить, по крайней мере. Но... это, в этом можно быть уверенным. О, у АК мало патронов. А, что? Это еще не все, у нас есть еще что-то. О, обрез. Обрезанный обрез. Так. Интересная вещь. Выглядит довольно-таки неплохо. А сейчас проверим его на врагах. Тоже хорошо действует. А патроны для него есть? Не, представьте себе, для него нету патронов. И при этом он каким-то образом шмаляет. Я придумал идеальнейший способ, как взять и просто спокойно прикончить кучу врагов. Через это оружие как раз таки. Как вам такая идея-то, а? Ладно, это уже будет слишком как-то, ну, затратно, что ли. Ну и неинтересно. Одним всего лишь там единственным оружием проходить только вот, вот для какого-то эксперимента, пожалуй, что ли. А так, в целом, выход. Выход и не выход. А мы идем выше. Аптечка. В виде алкоголя. Что за... Стоп, что? Ага, мы что-то наверняка забыли здесь. Так, окей. Я не против, потому что сейчас в целом все довольно-таки интересно. Это очень-очень драйвовые моды. Мне это нравится, честно говоря. Уже. Здесь мы уже были. Нет, здесь ничего нету. Я помню, что я дальше доходил до момента ведь сложнее здесь. Ну, конечно же, когда проверял этот мод, я же не буду просто брать и вам показывать мод, который я даже не играл. Кто так будет делать, мне интересно. Всякое быть может все-таки. Еще раз пробую. Что же ничего нету, да? Так, вот это уже интересно. Почему реально вот ничего нету? Может быть, у них у кого-то карта была, что-то такого уровня? О! Не, вот это вот место забыл. Floor 3 secured. Ясно, надо очищать все именно по этажам. Ясно тогда. Ну, это думаешь, в чем дело. Надо очищать все здесь по этажам. Третий этаж сделан. Теперь мы идем ниже. Ниже все есть теперь, да? Нет, дальше нет, ничего. Ладно, значит, есть какой-то наверняка другой метод, как попасть на другой этаж. Наверняка какой-то другой. Давайте. Должен быть способ выйти на другой этаж. Должен быть. Они не могли сделать этого. Да, помню же, что доходил. Двери вверху дальше заперты. Ничего. Так. Здесь мы уже были. Здесь тем более были. Здесь мы только что были. Так.
По факту дело в том, что мы должны были бы вроде бы как телепортироваться с одного места сюда. Смотрите. Так. Я понял, что-то наверняка с картой попутали, потому что смотрите, вот в чем дело. А у нас здесь есть выход в целом. Вот, смотри, есть еще враги. Я думаю, ну блин, 68 врагов. Ну как, это же не конец точно. Это демо-версия. Говорю сразу же, это демо-версия. Она не полная. И поэтому все-таки можно напортачить. Это я понимаю. Это все нормально. Так, здесь. Ничего, видите ли, нету. Но есть проход. Дальше. Есть еще дальше враги. Но они в другой области уже. Они уже здесь. Я не знаю, как сюда на самом деле-то надо попасть. Вот этого я правда не понимаю. Но каким-то образом, видите ли, можно. Где же там они есть? Здесь вроде бы. Нет, значит здесь. Значит, и не здесь. Значит, в этом доме, да? Да, в этом доме. А нет, не в этом доме. Капец. Красотища просто получается. Так. Где-то вторая часть, которую видел. Ага, вот здесь она. Вот, смотрите, видите, это одна и та же самая, это идентичная карта. Это то же самое место. Практически то же самое. Как видите. Заходим так сюда. Видите, должно было бы быть что-то на уровне как телепорта. Они даже ничего не могут сделать. Значит, нам не сюда. Даже нам. А нам вот сюда. Вот сюда нам надо идти. Видите, это второй этаж. Мы были на третьем. Нам надо было спуститься. Видите ли, вот это что-то должно было быть бы на уровне телепорта или чего-то такого. Камикадзе, факт. Я помню, что раньше как-то все нормально у меня получилось, что я смог пройти, и что я именно, кстати, подох как раз-таки от камикадзе. Давайте я снова возьму и все перепробую, потому что это что-то не то. Давайте... Наверняка все от уровня сложности зависит. Вот, наверняка от уровня сложности все. Я сейчас снова попрохожу, потому что я взял второй уровень сложности. Наверняка игра этого не хочет и хочет третий. Ну, посмотрим. Зацените, что у нас есть на третьем уровне сложности. Вот такие вот дроны. Так, все. Я уже взял и очистил все то, что здесь должно было быть. Здесь больше нету врагов. Смотрим теперь на экзит, потому что я идеально помню, что раньше у меня получалось пройти. Таким образом. Щит. Наверняка есть какая-то дверь, которую я забыл, что ли, которую я не вижу. Всякое может быть. Но помню идеально, что все-таки у меня раньше получилось все сделать. Поковыряемся, да и все будет нормально. Вроде бы наверняка. Ага, может быть из-за того, что это демо. Если не ошибаюсь, я нашел нормальную версию. Да. Я нашел вроде бы как нормальную версию. Поновее от этого. Но для другого движка. Для другого, точнее, порта. Да, я нашел другую для Газодума 3.3.2, если не ошибаюсь. Для вот этой вот. Для вот этого именно порта нашел. А здесь наверняка версия недоделанная. Ладно, я все сейчас возьму там и сверну на то, что видите ли, версия недоработанная и всякое такое. Так что, пожалуй, сейчас увидите именно демо-версию, как все было в начале, а через несколько, не знаю, там, я не знаю, через сколько времени, я вам покажу Operation Bodycount, но в нормальном виде, и так, как она должна выглядеть именно, по мнению автора и в целом, так как должна. Потому что это демо. Это демо-версия, ясно, почему ничего не получается. Все по той причине, что все-таки она недоделанная, вот почему. Это ясно. Но сейчас сделаем все как надо. Если получится, конечно же. Чем я могу сомневаться. Да. Так. Пиво раскидывают под дверями. Что это такое, а? Так, ты. Музыка и вправду хорошая. Это факт. Так. Может, мне дадим?
Да не, блин, мы же абсолютно ничего здесь даже не увидели. Это целый этаж. А этаж целый. За несколько секунд не посмотрим. Наверняка здесь еще один этаж. Я уже молчу о том, что все-таки здесь уже начинается что-то с ключами. Я думаю, что в Operation Body Count ничего там не надо так долбиться с ключами, что все будет в целом нормально с этим. Я очень на это надеюсь. Простовато все так сейчас, как видите. Все довольно-таки простенько. Так, вот exit есть у нас здесь. Это как раз то место, откуда мы пришли. Угу. Здесь ничего. Так, красная ключ-карта. Угу. 40 из 68. Так, я не знаю, где карта может быть, даже, честно говоря. Тьфу, не карта, а... Опа-на. Не карта, а ключ-карта. Угу. Двери почему-то сами по себе открылись, вот это интересно. Я же говорю, недоработанная версия в целом-то. То ли забыли положить, или что... Ладно, наверняка из-за кучи недоработок здесь даже этого нет. Я возьму ключи. Куча сложников. Neutralize all terrorists first. Здорово. Ничего себе, ты так выглядишь. Вау. Вау. Move to the exit. Окей. Это все? Видите, эксит типа есть, но в нем ничего нету. Ладно. Я думаю, это может закончить, потому что здесь в целом больше ничего нету такого. Я вам покажу потом нормальную версию, которая есть полноценной. Это не полноценная, она недоработанная. Видите, ключу картов нету, врагов слишком много, при том, что их на карте всех нету. Я думаю, что я вам покажу потом нормальную версию. Это демка. Это только демка на 10 мегабайтов, так что я вам покажу все потом. На версии вообще вроде бы на 100 мегабайтов, если не ошибаюсь. Ладно, покажу все вам потом. С вами был Папа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.